солдатик накрыться, и плюс может накрыть еще кого-то, либо оборудование. Мать мобилизованного химчанина Ольга демонстрирует подарок, который для ее сына, участника СВО, приобрели партийцы «Единой России». На встречу с семьей пришли заместитель главы химик Андрей Зайцев и депутат Валентин Герасимов, чтобы узнать, какая помощь нужна семье. Сегодня «Единая Россия» организовала встречу с нашей семьей и передала антидроновое одеяло для моего сына и для его сослуживцев. Мы обращаемся в центр химкинский, нам помогают. И это уже третий раз помощь от центра. Мы благодарны и самому центру, и депутатам. По словам депутата Валентина Герасимова, подобные встречи проходят регулярно. Естественно, те просьбы, которые идут от семей, администрации, Совет депутатов, безусловно, откликается. Мы держим все вопросы на контроле, и, безусловно, мы, конечно, и переживаем, и вместе с ними. Поддержку мобилизованных и их семей в округе ведут постоянно. Город помогает всем, от продуктов питания и игрушек до доставки грузов в зону проведения СВО. За последние полгода на границе страны химки отправили сотни тонн гуманитарной помощи. Центр помощи семьям мобилизованных расположен по адресу: городской округ Химки, улица 9 мая, 18-Б. Александр Сергеев, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.